Ровно месяц нефтяную столицу будут убирать, чистить и сажать новые саженцы. Месячник сортует уже завтра и продлится до 16 мая. Убрать свои территории обязуют всех, начиная от магазинов у дома до крупных организаций. К слову, в начале апреля уже провели предварительно городской субботник. Вывезли почти 80 тонн мусора. Чиновники призывают всех принять активное участие. Под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова прошло селекторное совещание. На нем были рассмотрены вопросы благоустройства и санитарной очистки. Глава региона отметил, что завершением зимнего сезона необходимо провести работу по очистке парков, аллей и общественных мест. С этой целью провести субботник в масштабах области. Сотрудникам всех учреждений и жителям следует принять участие в нем, чтобы совместно очистить наш общий дом. В связи с этим был проверен внешний вид некоторых учреждений города, проведен рейд по санитарной очистке. В ходе мероприятия было вынесено предупреждение относительно внешнего вида торговых объектов и работ по благоустройству, вышедших из строя светильников, покраски табличек с наименованием магазинов и других объектов. В соответствии с поручением акима области Серика Шапкенова в городе и во всех районах области до 16 мая начата санитарная очистка. Каждый город, район имеет специально созданный штаб. Так, территория города Атырау поделена на 10 участков. Согласно утвержденным правилам, все владельцы объектов должны содержать принадлежащее им здание. Эстетически важно уделять внимание чистоте и благоустройству. Напоминаем, что за недостатки, согласно правилам, могут быть привлечены к административной ответственности, если они не устранены или не выполнены в течение определенного периода. Также призываю жителей, владельцев каждого объекта, внести свой вклад в содержание принадлежащих им зданий и благоустройство города. Кроме того, на территории города проводятся субботники. В нем задействованы все учреждения и предприятия на территории области. 2 апреля в городе был проведен хороший субботник. Кроме того, мы привлекаем крупные организации к проведению субботников. По итогам субботника за 2 дня было задействовано 505 509 человек, 405 учреждений. Вывезено на полигоны более 77 тысяч тонн мусора. 16 апреля состоится областной субботник. Кроме того, в рамках мероприятия «Жасыл-Кала» будет высажено более 1 000 саженцев. Акан Иглам, Аймбул Хайруллина, телеканал Атырау.